Водитель автомобиля «Лада Приора» не справился с управлениями, врезался в дерево. Как было установлено, школьники перевозились без специального детского удерживающего устройства. По факту ДТП проводится проверка. В День Героев Отечества в библиотеке Бунина чествовали георгиевских кавалеров Орловского края. В 1917 году орден Георгия Победоносца упразднен, обведен в ранг официальных российских наград лишь в 2008-м. Одними из первых были награждены уроженцы нашей области Александр Крупчатников и Николай Ревин. Ребята получили его за мужество при исполнении воинского долга в Северокавказском регионе. Помимо них, в этот день орловские историки, краеведы и военные вспоминали героев прошлых лет, историю воинства российского и говорили о возрождении духовности и патриотизма. И еще одно событие, которого так ожидали краеведы. Творение Тибо Бриньоле «Многострадальный дом» на улице Гостиной признали памятником культурного наследия. Вадимом Потомским подписано соответствующее постановление. Дому, а точнее тому, что от него осталось, официально присвоен статус памятника истории и культуры регионального значения. А еще постановление запрещает сносить или реконструировать памятник. Разрешается лишь его реставрация. Также к объектам культурного наследия был причислен и дом номер 36 по улице Карачевской.